Короче, метелит по полной. Южин. Народ, нет. Встреча. Снег идет. Вообще пипец. Вот это рыбалочка. Адреналин. Значит, путь нам не близкий. Взял с собой дружка. Там будет с ним рыбалить. Ух ты, пух ты. Давненько я не ходил на лыжах. Метелит. Вот шла косуля или маленький кабанчик. Видите копыта? Эй, прикольно. Скорее всего косуля. Вот она. Все вот с этого подлеска ходят. Вон на то озеро, на болото проходят. Мы подошли к Ададе на прямицу. Вот. Дороги нету вообще. Клея раньше была, ее занесло снегом. Нам еще идти вон до тех вон сосен. Где-то метров 800. И там еще метров 150 спуск. Почти километр. Я весь вспотел. Коротко, где я ловлю. В общем, значит, недостроенная беседка. Лавочка уже достроена. Вот самое то здоровое дерево. Огромное. Он, кстати, скворечник повесил. Товарищ, если вам не видно. Вот так. О. Надеюсь. В общем, вот здесь плетень первая. Вот здесь вот. Она идет вот до отсюда. Видите, брусок торчит. Все здесь как сделано по-хорошему. Значит, вторая плетень за деревом. Вот здесь. Вот кустарники торчат, вот видите. Вот в этом месте. Здесь же построен мостик. Вот тут вот он снежком запорошен. Вот видно, брус торчит. Значит, здесь не мерзнет никогда. Здесь русло, течение, глубина тоже не мерзнет. Вот видите, давит. Здесь она давит, 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 давит. И давит вон до туда. Но сейчас образовалось второе русло. Вот здесь. Объясню сейчас почему. Не видите, здесь на ту сторону мне никак не перебраться. То есть везде вода. Просто вся кадада, она разрезана. В общем, смысл какой? Вот в это здесь, вот тут вот, уже глубина 2 метра плетения. Получается, здесь течение раздваивается. Первый поток идет туда, а второй идет вот сюда. Видите, здесь не мерзнет вообще. Смотрите, видите, вода, и здесь вода, и она давит прям до самого берега, если вот на льду попрыгать, видите, да? Получается, она проточила вот здесь, и вот там место, где я рыбачу, оно получается отрезано двумя течениями. Первое справа, а второе слева, и там еще плюс два родника. Вот там яма, и там постоянно головли, вот там я уже какой раз беру щуку, окуней, головлей, езей, все там. Но вот здесь вот плотва заходит, потому что кормежка вот в этом месте. В общем, как-то вот так. Ну, здесь тоже вдоль берега течение, но туда дальше я не проверял ни одного места. Но я думаю, там тоже, наверное, промоина. Вон туда, видите, вдоль, если сейчас приближу. Вот, видите, течение, вот оно режет вдоль берега. И вон вдоль берега соединяется, там уже родник. Здесь вот в этом месте перекат. Вот он, видно, что он не замерз. Он никогда не мерзнет, даже зимой.
Ну, как-то вот так. Видите, я здесь чистил снег. Взлетную полосу практически прихерачил. Это для чего? Чтобы, потому что я когда чистил, под снегом не видно, промолено нет. Так что вперед сперва лопату пускаешь, а потом уже топориком проверяешь толщину льда. Здесь, видите, течение поджимает. Почему, я вам сейчас объясню. Здесь вот течение бьет. Сильное течение здесь бьет. И здесь она уже поворачивается сюда. Мне пришлось вот здесь вот майну делать, потому что я здесь ставил закидушку. То есть на палку стоят крючки, ну как типа перемета. Но здесь уже, я смотрю, смотрите, вода уже подступает. То есть буквально от этой майны уже вода здесь слева, и вода же здесь. Так, просверлена первая лунка. Достаем эхолот. Будем искать сейчас. Какая тут глубина. Так, значит, опускаем в лунку эхолот. Включаем его. Что у нас тут стоит? Посмотрим. Так, стоит фишит. Фишит. Проверяем. Глубина, значит, 1,88 m. 1,89 m. Бля, правда, глубина 2 метра. На дне коряги. Дно камень 21, потому что больше 20, значит камень. Перекану. Блин, глубина, правда, 1,95 м. Ниже опустим, что там у нас. 1,70 м. Нормальная глубина, в принципе. Вот. Рыбы пока не видать. А, вот вижу рыбу. Вот первая рыбка появилась. Первая рыбка. Так. О, вторая рыба. Слушайте, здесь прям нормально так местечко. Значит, сейчас будем здесь и пробовать. Итак, у нас облава на ту самую щуку с красными глазами. Стоят жерлицы. Вот. Просто везде. Здесь. Там. Тут стоят переметы. Тут у меня шмурдяк всякий. Вот. Фух. Была прикормлена мелочь, чтобы просто облава на щуку. Жерлицы, переметы, закидушки. Короче, на щуку по полной идет облава. Капец. Такие вот у нас здесь дела. Валит снег. Вечереет. Что-то щуки я пока не наблюдаю ни одной. Так, ладно. Что делать-то? Ладно, ладно. Все-таки я поймал эту красавицу. Вообще, как офис, она тяжелая, но это не та, которую я охотился. Я на кададе. Вообще красота. Сейчас будем дальше ловить. Везде жалится, закидушки. Завтра посмотрим, было будет щук ходить или нет. Прожег костерчик, а то что-то холодать начало. Хотел попить, но у меня, короче, в бутылке лед. Вот сижу. Растапливаю льдины. Хорошо костер, когда горит. Тепло, так хорошо.
Хорошо. Глубина здесь мельчает, идет скат. Там вот метр, два метра, метр девяносто. Здесь уже метр сорок, вот здесь уже метр пятнадцать. Перекат скоро будет.